Здравствуйте, гости и зрители моего канала. Вас приветствует Татьяна. Сегодня буду готовить пиццу, причем пиццу буду готовить на кефире. Вот у меня 0,5 литра кефира. Кефир мы берем теплый, обязательно теплый, так тесто получается пышнее, вкуснее. И добавляем сюда 3 столовые ложки растительного масла. Я всегда кладу без запаха. 1 яйцо. Совсем немножко сахара. Ну вот где-то с 1/2 чайной ложки я кладу. 1/2 чайной ложки сахара. 1/2 чайной ложечки соли. Так, перемешиваем. И добавляем сюда муки. Муку обязательно просеиваем. Сразу в муку добавляю 1/2 чайной ложки соды. Прям сюда добавляю. Муку кладем так, чтобы тесто у нас получилось не сильно густым. То есть тесто не забиваем. Добавляем муку помаленьку, не сразу. Замешиваем негустое тесто. Если оно у вас получается совсем жидким, немножко добавьте муки, но не забивайте его. Вот такое вот мягкое, эластичное тесто у нас должно получиться. Оно немножечко липнет к рукам, но это не страшно. Просто присыпайте руки, руки мукой, и можно месить. Но не кладите много муки, иначе невкусное будет, жесткое получится тесто. Так оно вот такое вот должно вот быть. Видите, мягенькое. Сейчас мы будем делать пиццу. Пусть немножечко оно, сейчас мы его завернем в мешочек, и пусть оно немножечко полежит. Достаем тесто из пакета. Оно у нас полежало, наверное, где-то с 1/2 часа. Стало вот таким вот мягеньким. Присыпаем поверхность, и сейчас будем делать нашу пиццу. Остальное пока убираем. Раскатываем тесто в пласт по размеру вашего противня. Укладываем, немножечко равняем. И вот такими прищипами делаем бортики. Теперь кладем майонез. Укладываем тонко нарезанные помидоры, мелко нарезанный лук, колбаску, огурчики соленые. Очень люблю, когда в пицце есть огурчики соленые. Ну и, конечно, сыр. И отправляем пиццу в духовку. Ну вот, наша пицца готова. Посмотрите, какая она красивая получилась. Красивая и вкусная. Вот такая. А вам, мои дорогие, спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока!